Вот так вот, ребятки. Если вы думаете, что это царапины от когтей Саши Черно, нет, это царапины от Йоси, понимаете, да? Это наш Йоси вот так вот с девочками дерется. Попытался защитить от меня свою нежную и хрупкую супругу, якобы я ей могу навредить очень сильно. И вот так вот решил как бы ненароком еще и мне поднапнуть. Ну, беспалево так, пока я, извините, с Сашей разбиралась, Йоси меня просто взял, повалил, еще и поцарапал, еще и поднапнул сверху. Ну, очень по-мужски, как бы, они друг друга стоят. Ребятки, со мной все нормально, все хорошо, с Сашей бы, если бы была такая возможность, один на один еще раз бы встала. Но когда, извините, мужчина влезает еще и плюс, Саша многотонная, простите, прыгает на тебя, очень сложно как-то проучить человека. Ну, я думаю, то, что еще я ее встречу одну как-нибудь. Угу. Так что, ребятки, давайте, пока-пока, у меня все нормально, съемки сейчас начнутся, не переживайте, я у вас сильная.